Вот вы загрузились, и карта, которую вы начинали когда-то, она теперь может быть продолжена. Вот, кстати, наглядный пример, Тан, да, здесь есть. Если мы нажмем повторение карты, смотрите, как они быстро ходят. И мы мало времени теряем, пока они ходят. Это кнопочка «Повторить ход». В идеале, начиная со второй недельки, эту кнопочку нажимать постоянно, если вы играете с соперником или компьютером, для того, чтобы не ускользнуло от ваших глаз какие-то действия со стороны соперника, можно даже замедлить скорость врага. И если соперник где-то появился или промелькнул, у вас начнет двигаться карта, возможно, вы даже начнете видеть какого-то героя. Вот смотрите, я замедлил, и уже можно посмотреть, кто где пробежал и кто что сделал вокруг.